How many days are you riding here? 2 days. 2 days? Riding all your life or? Maybe for 15 years, something like that. 58 лет, человек катает везде. And I want to be like you when I grown up. And just do it. Yeah. That's close. Yeah. It's black with yellow or solo black? Something between. So more difficult ones here. Mm-hmm. So I think I tried. Okay, we'll try. I didn't meet my son first, so it's nice. So just follow him. Go, but that is no problem. Yeah. I like that one. Ну, мне такое нравится. Так что... Интересная трасса, здесь вообще черная, очень интересная. Careful. Yep. I catch my line. I find the line. Little bit dirty. No, beautiful. Oh, okay. You're fast. Пробуем дальше там через трассу. Еду медленно, потому что первый раз вообще так и еду. Такая веселенькая. А, вот она куда. Вот такие, друзья, здесь участки, очень интересные, очень техничные, надо почаще выезжать на черный. Я, конечно, еду медленно, проверочно, но мне нравится. It's not too bad. Так, пробуем. White Ship, трассочка, которая уходит справа
вот туда вправо с красной. Надо ее проверить, потому что я до этого ее даже и не ехал, насколько я помню. А, я понял. Там начало так страшно выглядит, а тут все ок. Вроде. Только не вижу, куда ехать. Вот оно. Молодчик. Так, вот так. Тут такой полутриал. Опля, руль влез. Такая интересная, конечно. Опля. Пошли дальше. Так, дальше. Вот тут уклон хорош. Хорош уклон. Так, почти. Почти попал. Нелегкая трасса, конечно, друзья, я вам скажу. Фух, фух. Ну, я люблю, конечно, всякие вертикальные темочки, но это прям очень технично. Так, я надеюсь, мой друг, которому 58 лет, нормально везде справился. Надо его подождать чуть-чуть. No problems. Yes. Move. Move, yeah, yeah. Oh. Won't be first? No, no, okay. Okay. Oh. Ой, тут продолжается. Продолжается. Это Black Sheep наша. Wild Sheep. Повороты никто не любит. Надо учиться их проходить. Вот так вот, вот так вот. В комментариях можете рассказать, как их проходить. Мне в прошлый раз рассказывали. Но, конечно, теория и практика это разные вещи. И на камере не видно, какой на самом деле этот поворот. Maybe this is heavy. Yeah, I don't know. I don't remember what is that. What is that black line? Так, едем черную. Ого. Так, такое я не беру. Карабкаемся. Карабкаемся. Опа. Триал. Ой-ой-ой. Yeah, it's cold, but... Оп, я остановился, но здесь это сделать сложно. Вот, ребята, тоже. Тоненькая такая, ох, техничная. Прям очень техничная красочка, друзья. Очень. Ух, мне нравится, хорошая. Такой участочек. Так, тут мы куда-то выезжаем. Такой плоу пошел. Ой, друзья, круто, круто, конечно. Надо будет еще раз потом поехать. Уже не сегодня. Так, надеюсь, мой друг со Швейцарии там нормально проехал. Ну, очень вертикальные такие моменты. Я-то их люблю. Я жду своего друга здесь.